И я сегодня приехала с вами специально опять на берег нашего океана. Я решила вам сделать вторую часть своего видео «Королевская Royal Family» на берегу океана, возле водички, чтобы немножко, может быть, шум прибоя и вода морская как-то, может быть, было бы вам попрохладнее. Здесь прекрасный вид вот на морское побережье. Думала, что мы с вами сможем поговорить здесь, укрывшись от ветра. Но вы слышите, какой здесь шум также? Поэтому, вы знаете, я, наверное, сейчас кофе попью и выйду все равно с вами на берег. Продолжу свой рассказ. Ну что ж, продолжим. Я вам расскажу продолжение истории. Я почему не захотела делать вам сразу все это вместе? Ну, наверное, потому что, знаете, как-то немножко не соответствует вторая часть, наверное, первая. Первая часть у меня была о скачках, довольно интересная, такая торжественная. Вот, а сегодня хочу рассказать об истории, что происходит здесь с Меган Маркл. Вот вы знаете, на мой взгляд, сейчас на нее начались такие нападки здесь, что просто я удивляюсь, и сейчас получается просто травля. По-другому я это назвать не могу. И травля, знаете, целенаправленная, осознанная. И вот даже сейчас кто-то там перехватил электронную почту Royal Family Букингемского дворца. И в этой почте написано о Меган Маркл, что она является раковой опухолью на теле вот Royal Family, и что надо ее срочно удалить, эту раковую опухоль. Вот до того дошло. И вот получается, что эти якобы безобидные нападки, так скажем, в кавычках, но все-таки довольно безобидные, которые позволяла себе пресса, эти бордзаписцы, как я их называю, позволяли себе в отношении Меган, вот когда она была беременная, там говорили, что у нее накладной живот. То есть начиналось вот с такой вот, понимаете, ерунды, что якобы она неправильно себя ведет, что якобы она, вот дресс-код у нее не соответствует каким-то мероприятиям королевским, что она слишком короткие платья носит. Либо вот у нее ногти накрашены в яркий цвет, вот что, в общем-то, неприемлемо для королевских особ. Вы знаете, конечно, здесь настолько все это полно всяких слухов, и мы можем только смотреть со стороны, читать чьи-то суждения по этому поводу, вот этих вот папарацци, журналистов. И, конечно же, никто никогда не знает, что конкретно там творится в этой королевской семье, какие там козни и что происходит. Это только через десятые руки мы вот узнаем, предполагаем. Потом вот это вот эти слухи про то, что Меган Маркл сама не могла быть беременная, тоже очень много всяких домыслов и слухов, и там даже очень много фотографий. Ну вот я вам постараюсь здесь вот, когда я рассказываю, я все-таки постараюсь вам наибольшее количество фотографий, которых найду, вам включать в мое повествование. Вот в частности говорят, что такие доказательства, что это не она была беременной. Во-первых, то, что она постоянно ходила на высоченных каблуках. А беременные такого себе позволить не могут. Хотя, вот опять же, странное утверждение. Почему бы ей, если она себя чувствует нормально, не ходить на каблуках? Ну вот видите, вот это ей поставили в вину, что нормально беременные женщины не могут на каблуках ходить.
Дальше сказали, что вот она, там несколько фотографий, где она беременная, присела на корточки. И опять же говорят, что невозможно, такого быть не может, чтобы беременная женщина приседала на корточки. Ну вот не знаю, как вы считаете, уважаемые женщины, можно ли присесть на корточки, будучи беременной? По-моему, все-таки можно. Ну вот опять поставили в вину это Меган Маркл. И вот вы знаете, вот такими вот какими-то мелкими уколами, вот такими какими-то мелкими комментариями постепенно-постепенно подтачивают общественное мнение. Раньше очень британцы хорошо относились к Меган Маркл. И, в общем, она была тоже там одной из любимец публики британской. Но сейчас вот возможно, что мнение о ней начнет меняться. Вы знаете, как это влияет все на умы обычных граждан. Довольно известный журналист Пол Морган, который ведет утреннюю программу развлекательную на одном из каналов BBC, он позволил себе также прокомментировать его встречу с Меган Маркл, на которую он ее пригласил. И, в общем, был доволен и рад, когда она к нему пришла. А потом, после их беседы, он сказал, что вообще такая выскочка, гордячка. И вот я заказал английский эль, шикарный, замечательный, старинный. А она заказала себе какое-то поганое мартини. Вот так конкретно он сказал в одной из своих передач. Он сравнил Меган Маркл с неудачным скалолазом. Потом это еще многие повторяли и цитировали, что вот она якобы такой неудачный скалолаз, которая ползет на вершину Олимпа, хочет попасть на самый верх, в британскую семью. Ей вот это частично удалось, но мы постараемся и приложим все усилия, чтобы она оттуда, в общем, как сбитый летчик, сорвалась и улетела во свояси. Вот такие вот постоянные здесь нападки идут на Меган Маркл. Значит, еще что поставили ей в вину, что все предполагали, якобы врачи, что у нее будет девочка по всем признакам. И там и гадалки, и какие-то провидцы, и сами врачи говорили, что будет девочка. И вдруг оказалось, что она родила вот мальчика Арчи, назвали которого Арчи. Ну и тут сразу начались опять вот эти вот, знаете, домыслы. А сама ли она родила? А вот не может такого быть. Скорее всего, что это не она. Скорее всего, что это все подстава. То есть самое-то интересное, что даже сами себе противоречат. Потому что, понимаете, если ее наблюдали врачи, ее беременность, и если они предполагали, что у нее будет девочка, то значит они были уверены, что она все-таки беременная. Тем не менее, вот накладной живот. Ну, понимаете, вот, то есть если хотят человека сгнобить, то вот они его и гнобят. А по этому поводу, по-моему, здесь равных нет. Вот этим вот ребятам английской аристократии, которая, в общем-то, все кости перемоет. Точно та же самая история, которая случилась и с Дианой, как вы знаете, с принцессой Дианой, которую также сжили со свету все эти папарацци и вся эта королевская семья, включая королеву, пожалуй. Ну, это я вам уже рассказывала, все эти неприятные вещи, которые случились с Дианой. Вот, что касается продолжения про Меган. Что бы ни делала Меган, все сейчас воспринимается в штыки, и все воспринимается против нее. Вот опять же, по поводу имени, которое они дали своему первенцу Гарри и Меган, назвали своего сына Арчи. Ну вот Арчи, это полное имя Арчибальд. Вот сейчас опять же обрушилась вся пресса и продолжает все это обсуждать. Как они могли назвать королевского, в общем-то, правнука
королевского, может быть, наследника, вот таким вот ужасным именем Арчи, что они даже его не называют Арчибальд, а именно называют Арчи. И это нигде, ни в каких, никогда Royal Family не было такого имени. Ну и вот опять в вину Меган, что это она там руководит бедным принцем Гарри, который такой податливый, в общем-то, который стал подкаблучником теперь, и что там Меган Маркл взяла его в оборот, и она всем рулит. У Меган даже за глаза появилась кличка «Вольфрамовая леди», что обозначает, что она вот такая вот даже не железная, а вольфрамовая, что у нее характер кремень железа, и что она никогда не уступит никому. И вот то, что она уволила очень много прислуги, а принц Гарри все ей потакает, и что вот она даже хотела уехать совсем в Америку, и уже даже подумывали об этом. Но тогда, когда она ходила беременная, возможно, может быть, ее не хотели расстраивать или что, то есть как-то это никто не комментировал, ни королева, ни остальные приближенные королевы. А после того, как Меган родила, королева выставила ей ультиматум, что, в общем, никакого не может быть даже никакой речи. И если она хочет уезжать в Америку, то, пожалуйста, пусть едет одна. И даже ее обвинили, вот уж не знаю, на самом ли это деле правда или нет. Но как бы королева сейчас очень разочарована, что кончилось терпение у королевы, хоть она и благоволила поначалу Меган Маркл, относилась к ней весьма лояльно, хорошо, даже, может быть, лучше порой, чем Кейт Миддлтон. А вот теперь королева изменила свое мнение, ее терпение лопнуло, и она говорит о том, что Меган невыносима, и что она вышла замуж за Гарри только из-за денег. Даже говорят, что сейчас ходят слухи, что королева предложила Меган Маркл такой контракт, если она разведется с принцем Гарри и оставит в покое их семью, если она выйдет из королевской семьи, и если она оставит своего сына Арчи на попечение королевской семьи и принца Гарри, а сама уедет во свояси в свою Америку, в которую она мечтает уехать, то тогда ей будет выдана компенсация 37 миллионов фунтов стерлингов. И эта сумма везде, в общем-то, была озвучена. Почему именно 37 миллионов, я не знаю. Но вот как-то так. И даже это опять было преподнесено так, что она абсолютно не любит Гарри, а она только охотница за большими деньгами. А если так, то королевская семья согласна от нее откупиться даже вот такой огромной суммой. Говорят также, что принц Гарри, когда узнал о том, что вот хотят его развести с Меган Маркл, якобы он вступился за Меган, за свою жену, и сказал, что вы разобьете нашу пару только через мой труп. Ну и как бы после этого на время прекратились вот эти вот попытки отправить Меган Маркл во свояси в Америку, как они говорят, где ей самое место. Также некоторые издания, здесь английские, вышли с такими заголовками, что Меган Маркл – это жена на 3 года. И что якобы вот сейчас, спустя год, у них уже отношения начинают ухудшаться, что они видят по принцу Гарри, что он недоволен, и что он всегда такой улыбчивый на всех фотографиях. На всех каких-то приемах и визитах. Сейчас он стал таким серьезным, очень сосредоточенным и даже перестал улыбаться. И вот опять приводят пример, когда было торжественное чествование королевы, 93 года отмечали, собралась вся королевская семья, как это обычно
бывает. Они все вышли на балкон Букингемского дворца, фотографировали их все, и этих фотографий очень много. И там заметили все журналисты, стали отмечать и показывать на фотографиях то, что Меган была очень расстроена, и она даже не могла скрыть этого, хотя она старалась, там улыбалась через силу, но она была очень взвинчена, она плохо выглядела. И эта улыбка только лишь на ее устах была благодаря тому, что она все-таки вот актриса, и она как-то старалась играть свою роль. А что принц Гарри был очень сосредоточен, очень серьезен, и даже так вот он встал позади своей жены Меган, и вроде бы как там говорят, что она начала вертеться, постоянно поворачивалась, постоянно что-то такое говорила, и в конце концов ее принц Гарри резко оборвал, резко окликнул на нее, что ей пришлось все-таки повернуться и стоять смирно, по стойке смирно, как все остальные на этом балконе. И вы знаете, опять же, там стали даже приглашать специалистов, которые распознают по губам, вот глухонемых, которые могут распознать по губам, что же все-таки сказал принц Гарри Меган, когда она вертелась на балконе. И сказали, что он всего лишь навсего ей сказал, что повернись и успокойся, и смотри вперед, и слушай. Вот как-то так. Ну, вроде бы, что он сказал это таким тоном, хотя откуда они могут услышать его тон? Что опять же расстроилась очень Меган Маркл. То есть, понимаете, вот это вот обсуждение буквально каждого шага бедной Меган, оно присутствует. Да, и потом, по-моему, Global, здесь тоже довольно популярное издание, вышел с таким заголовком: Меган must go. То есть Меган должна уйти. И якобы это сказал принц Чарльз, который, в общем, как я сказала в начале, очень благоволил, и ему очень нравилась Меган. Вот на свадьбе он ее от всех защищал, и до свадьбы тоже сказал. В общем, его голос был как бы основным вот в решении того, что все-таки принц Гарри, возможно, женится на Меган Маркл, и был согласен и поддержал его вот именно принц Чарльз, потому что он якобы настрадался, что ему не дали жениться на любимой женщине, на Камиле Паркер-Болл. И вот что после этого вышло. Вот. А теперь якобы он тоже разочарован, что Меган уже достала всех своим невозможным, невыносимым характером, что она пытается диктовать, что она поссорила даже братьев Уильяма и Гарри, которые раньше были всегда очень дружны, вот, что они теперь даже разъединили свой бизнес, у них был бизнес, они занимались благотворительностью по стопам своей матери Дианы, как принц Уильям с Кейт Миддлтон, так и принц Гарри с Меган, они вот занимаются благотворительностью. И вот, значит, они теперь держат раздельно свои офисы, и практически вот кошка перебежала между братьями. Кошка эта как раз была Меган Маркл. Что якобы это она их рассорила. И вот продолжаются вот эти вот наезды. Я не знаю, возможно, сама Меган Маркл не очень умна себя. Возможно, она действительно показывает постоянно свою независимость, вот такой свой железный характер, что она смогла сама всего добиться. И она продолжает по американским традициям быть независимой леди. А здесь это не приветствуется. И поэтому вот ее королевская семья сейчас ест поедом. Ну, а я, наверное, вот такой вам свой немного сумбурный рассказ о Меган Маркл я посвятила этот
сюжет конкретно ей, наверное, все-таки, как вы заметили, потому что он как-то настораживает. Ну, вам судить. И будем смотреть и наблюдать, чем же закончится вся эта история. Все-таки отстоит ли принц Гарри свою жену Меган, или между ними пробежит кошка, и также его окружение склонит его к тому, что Меган ему не пара, и все-таки постарается эту пару развести. Вот такие вот, знаете, грустные у нас дела по поводу Меган. А начиналось все так замечательно. Это Золушка американская попала в британскую семью и должна бы быть счастлива. Но, как говорится, не тут-то было. И богатые тоже плачут. Ну, не знаю, посмотрим, как дальше будут все эти события развиваться. А на этом я свой рассказ заканчиваю. Всего вам доброго, берегите себя, удачи, пока-пока.